Привет, меня зовут Павел. В школе Hexit я учусь на профессию фронтенд-разработчик. Долго искал, выбирал школы, куда поступить, на какие курсы, что взять. Hexit меня подкупил тем, что очень хорошая практика. Теории кажется мало, но они заставляют думать. И именно эта практика после каждого урока, ты проходишь ее, у тебя действительно остается что-то в голове. Это очень круто. Потому что большинство школ, они просто тебя ведут за ручку, делают за мной, повторяют за мной. Оно не работает. Я так пробовал, но мне, может, кому-то да, мне нет. Поэтому в Hexlet они выбрали правильную тактику. И мне это очень нравится. Я уже прошел 3 проекта. Сейчас 4-й заканчиваю. Надеюсь, что успешно. Да, еще хотел сказать, что я периодически просто пытаюсь работать с наставником, но всем советую начинать в группе, потому что, ну, это как бы немножко обязывает. Пусть это будет 10 месяцев, пусть это будет, может, дольше, может, больше времени уделять этому всему. Но в группе она как-то дисциплина и так далее. Я, ну, наверное, сейчас сожалею, что я не начал с группы, а сразу начинал с наставника индивидуального, потому что, ну, были свои там и работа, бизнес, и это все такое. И это больше времени заняло действительно, чем планировал. Но как бы ни было, и так с наставником тоже хорошо. Если у кого-то просто нет времени, есть возможность там дольше все это изучать или быстрее, или кто-то уже обладает какими-то знаниями, то индивидуальный наставник – это тоже хорошее решение. Но группа, я думаю, это такой оптимальный выбор. Всем советую, не бойтесь. Мне уже почти 50, я не боюсь, иду, учусь. Не знаю, что с этого будет, но мне интересно. Я люблю задачи, я люблю напрягать свой мозг. И всем, кто чего-то ищет, каких-то изменений, каких-то или чего-то, ничего не боится, скажем так, всем удачи. Учиться, учиться, еще раз учиться, как говорил наш знакомый товарищ. Всем успехов.